уважаемые зрители. Сегодня в гостях в студии Обкома ТВ Любовь Васильевна Тонконогова, секретарь Русско-Полянского местного отделения и член бюро Павлоградского местного отделения Александр Иванович Супиниченко. Здравствуйте. Добрый день. Ну и, конечно же, первый вопрос о ваших местных отделениях. В нашем отделении местном не так много людей, но они все очень активные. Я пришла в местное отделение в 2000 году, ну так скажем, по зову сердца. Потому что человек я как неравнодушный и, наверное, авантюрист. И думаю, ну что там такое, у нас собирается какая-то партийная организация, что такое КПРФ, и я туда пришла просто посмотреть. До меня был там секретарем Николай Гаврилович Поляков. Поприсутствовала на собрании. Вот то, о чем они говорили, то, что они пытались сделать, это как бы нашло отклик у меня в душе. Я считаю, что я должна быть там с ними. И я вот с 2000 года там. И секретарем нашей партийной организации Русско-Полянской я являюсь 2000 года. У истоков организации нашей стояли такие люди, беззаветно преданные. Они пожилые люди, их, к сожалению, уже нет в живых, но они настолько помогали мне, настолько они здоровые, нездоровые, погода, непогода. Мы с ними ехали на встречи по совхозам. Мы с ними разносили газеты. Мы с ними выходили на митинги. Это такие люди, я их назвать могу, это Жилин Сергей Иванович, Довженко Яков Григорьевич и Зяблицев Василий Яковлевич. Я им благодарна за то, что они, не только за то, что они помогали мне, но и за то, что они учили меня работать, потому что у них партийный опыт был уже большой. Вот как бы это мои учителя первые, и я их всегда помню, они для меня всегда пример, и я их в пример ставлю теперешним нашим коммунистам и молодым в том числе. Партийная организация у нас небольшая, есть и молодежь, но на селе, хочу сказать, трудно быть коммунистом и опасно порой, поэтому небольшая партийная организация, и поэтому не всех можно, не обо всех можно сказать, вот так скажем. Некоторые у нас есть в партийной организации, работают, но о себе не заявляют, потому что занимают определенные должности и не могут сказать открыто, что они коммунисты. Ну а поддержку какую-нибудь оказываете, да, коммунистам? Конечно. Мы за них всегда заступаемся. Мы стараемся, чтобы их не обижали. Но я хочу сказать, что мы очень дружные. Нас мало, но мы дружные. Мы всегда вместе. У нас беда вместе. Мы ее разгребаем. И радости у нас вместе. Поэтому мы сплоченные, мы как семья. Может быть, потому что нас так мало. Но мы растем. Мы растем, мы не останавливаемся, мы растем. Мы, если кто-то не может у нас выйти на пикет, кто-то не может, мы привлекаем простых людей, которые нас поддерживают, разделяют наши взгляды, не обязательно коммунисты. И если кому-то вдруг понадобилась помощь, мы собираем погорельцам вещи. Мы собираем книги. У нас был детский дом, мы взяли шествие над одной квартирой. Мы там были постоянно, мы ремонтировали технику своими силами, мы привозили книги читать, мы играли с ними, мы просто влюблены и ехали к ним с бинами. Это наши вот коммунисты нашей партийной организации. То есть мы не только вот вместе друг другу помогаем, но мы пытаемся и помочь еще населению. Очень много людей приходят за помощью. Просто, когда узнают, что у нас есть партийная организация, есть секретарь. В частности, ко мне идут на консультацию не только как к психологу, дошкольнику, но и как бывшему депутату, я два созыва была депутатом, 9 лет, но и как к
партии, как представителю КПРФ в районе. Меня это всегда удивляет и радует, что люди походили по кругу, по замку, не нашли нигде ни поддержки, ничего, и идут уже как последняя инстанция, идут, и тут уже надо не подвести, и надо обязательно помочь. Мы делаем все, чтобы вот человеку помогли. Привлекаем и законодательное собрание депутатов наших, и всех, и Думу, и всех. Александр Иванович, а как дела обстоят в вашем отделении? Ну, наше отделение коммунистов Павлоградского района организовано в феврале 1993 года. Первым секретарем был первый, начинающий, так сказать, Валерий Иванович Любобильский. До этого он работал в райкоме Единства дружбы партии. Заместитель был Новиков Виктор Алексеевич, зам главы районной газеты, заместитель главного редактора районной газеты. Ну, я был членом бюро. Вот, в феврале месяце 1993 года мы собрались в актовом зале на первом этаже в администрации. Где-то присутствовало человек 60 было. Все это записаны, там все были руководители. Многие руководители даже были. Вот первый, третий секретарь райкома партии, второго секретаря райкома партии. После того, как развал произошел, и они работали до этого с секретарями, тоже были включены в список, они изъявили желание было организовать КПРФ. То есть идея о том, чтобы продолжать работу? Да, да, да. Но потом как-то так все меньше становилось, отсеялись эти бывшие первые и вторые, которые были коммунисты, потом перекрасились и занимались не тем, чем бы им надо, если они были бы настоящие коммунисты. Ну, мы остались, вот, Новиков, Любомирский, я, все, и что интересно, вот, все бывшие воины наши, которые участвовали в Великой сегодня, многие вступили в КПРФ, и многие, к сожалению, нет, а те, что живы, сейчас проявляют активность, распространяют газеты, но это действительно, мы вот, на них равняем молодежь, проявили, что это действительно коммунисты, он в бой шел, со словом за коммунистическую партию, за советский народ. И сейчас продолжает так. Вот, ну, есть кого-то брать, но молодежь как-то меньше проявляет активность, хотя мы стараемся. Лично я занимаюсь, мне как поручен, как члену бюро распространения газеты. «Красный путь», «Правда», «Омское время». Это этим вопросом я занимаюсь. Где-то экземпляров 40 мы выписываем, различные там газеты. И разносим по улице, там, почтовые ящики, встречи. Встречи человек идет, если просто, даже если он не выписывает на съезд газет, так просто ему по дороге даем. А как вот относится к вашей деятельности односельчане? Ну, как, вот к односельчане, ну, может быть, не скромно было сказано, так они обычно мне видят, я там уже давно живу. Я работал главным врачом района, где-то более 23 года. Ну, он говорит, идет первый коммунист. Я не первый. У нас первый коммунист этого района, Барщина, она сейчас у нас, Валерий Иванович Любомирский, по ряду обстоятельств приехал в другое село, поэтому он не может быть у нас руководителем, потому что он отсюда, ну, не может. Статом своей прочее. После него он работал Новиков Виталий Алексеевич, а потом он работал председателем райкома профсоюза нашего района. И была издана эта Мария Ивановна Барщина. Вот пока она работает, и начала она работать активно, так, женщина хваткая, боевая, и первое время, значит, ну, у нас просто, мы как бы были довольны, потому что и молодежь стала поступать, и у нас есть человек 10, наверное, молодых, у которых вступили, так, в нашу партию продолжает, и, так сказать, распространять среди населения идеи марксизма-ленинизма, ну, в общем, газетами занимаемся, агитацией занимаемся. У памятника Ленина 1 мая, 7 ноября обычно мы проводим там встречи с жителями, объявляем, ходим на себе по улице, говорим, люди подходят, ну, беседуем, критика большая со стороны выступающих в адрес руководства района, руководители тоже присутствуют, главы администрации приходят, там заместители их, так, служат, тоже выступают, где-то спорим, не согласны. Критикуем руководителей и лица, и синей, и бледней, и она их там, грубо выражаясь, чешет, да, выступала хорошо, другие женщины. Ну, все, активность была. Ну, а сейчас почему-то как-то немножко
то ли успокоиться, хотя бы успокаиваться, то ли нечем. Ну как-то... Взяли паузу в работе, да? Да, да, какую-то паузу, если мы взяли в работе. Ну, наша сейчас самая главная цель, я так считаю. И особенно многие согласны, да и все согласны в организации. Это прежде всего распространение газет, прежде всего проводить протесты, вот агитировать, чтобы вступали в партию, особенно молодежь. Ну, вот сейчас занимаемся, списки собираем, запретить, повлиять, чтобы запретить памятник Колчаку. Ну, этому бандиту, ну, какой памятник можно ставить? Я даже мне в голове не укладывается. Как можно бандиту ставить памятник? У меня тесть, Сиська Иосиф Федорович, говорю, вот, говорит, вы спросили у меня про Колчака. Ему было 10 лет, он родился в Екатериновке, Таврического района, совхоз Гончаровский. Я, говорит, помню, 10 лет мне было, элементарное. Я, говорит, видел сам, как вешал колчаковцы, вешали крест. Ни за что, говорит, просто повесили и поехали. Лошадей позабрали и поехали. Ну, как, говорит, можно памятник ставить? Спасибо. А вот как у вас проходил сбор подписи против памятника Колчаку, и, возможно, какие-то реакции тоже были, да? Реакции были еще и какие. Как бы основную часть подписей мы собрали без проблем, люди все возмущаются, все понимают, что этого делать нельзя, это плевок в лицо нам всем. И тут осталось, у меня один лист остается, я, значит, решила пойти, у нас сдали новый дом, а в подвальном помещении там частные киоски стоят. Думаю, ну я сейчас быстренько их соберу, эти подписи, да и все. Ну и захожу, представляюсь, кто я такая, мне не знают. И говорю, я вот пришла затем-то, затем-то. Пожалуйста, не хотите ли подписаться против установления памятника Колчаку в Омске? Ну, народ был где-то 40-45 лет. Вроде бы уже сознательный, вроде бы все. Говорит, а почему мы должны вам подписи отдавать свои? А мы любим Колчака. Мы вот фильм посмотрели, Хабенский, красавец такой, умный такой. Что это мы должны против Колчака? Людей уже смешалось. У них уже все это грешно и правильно, так сказать, вместе смешалось. Никто не хочет думать о том, что происходило. Никто не знает нашу историю. Только воспринимаем потому, что по телевизору нам преподносят. Понимаете, поднялся крик. А мы вообще офицеров любим, мы не будем против него, пускай ему установят памятник, вон какой красивый. В общем, минут 20 я, наверное, там выслушивала все эти крики, руки в боки, и мы не будем, и такой шум поднялся, что я думала, там, не знаю, даже дело перейдет к рукоприкладству, думала я так себе. А потом говорю, ну я уважаю ваше мнение, если вы считаете, что он умный и красивый, то тогда, конечно, нам с вами не о чем разговаривать. Но я просто хотела бы только одно вам сказать. Вот вы когда придете домой, вы сядьте и подумайте, и вспомните. Если не можете сами вспомнить, то тогда где-то прочитайте, кто такой вообще был Колчак, и что он сделал конкретно в нашей области. То есть вообще недостаток информации? Недостаток информации, и настолько народ зомбированный вот этими фильмами, и то, что нам готовые штампы преподносят, как надо, так и есть. Но почему же вы это услышали, а нас нет? И вот, такие у нас были как бы инциденты. Одна из последних акций, вот, которая проводилась омским обкомом по всей области, выступление против роста тарифа ЖКХ. Да нет, по этому вопросу недовольны очень. Ну, вообще страшно творится. Я не знаю, вот я опережаю события, вы тогда увидите. Вот я ехал сюда, мне сказали, что мы тогда к этому не относимся, но все же, что с сегодняшнего дня хлеб на 4-5 рублей подорожает. Что платить за воду будем дороже, за свет дороже, за газ дороже, да. Не, ну, просто берут так вот и сверху вниз, давят просто, давят людей. Я думаю, если так будет, то дальше можно не выдержать. В смысле, просто выразить такое возмущение, что ли. Оно копится, возмущение. Да, не копится. Это не только, раньше было как-то шепотки, что-то, а сейчас не боятся на производстве в этом году. Уже открыто говорят. Недовольны политикой нашего правительства, недовольны абсолютно, в том числе, конечно, и тарифом ЖКХ. Это имея те доходы, которые у нас есть, и большую половину отдавать, то нам остается только, чтобы выжить. Уже не болеть нам нельзя, не обучать детей и внуков, не одеться прилично нельзя, только я знаю, как один товарищ получает где-то 8 тысяч.
Зимой он платит за отопление, да, все, за свет, за газ 4 тысячи. А 8 года 4 остается. А у него, допустим, семья, двое детей. Да. И каждый, а болезнь, это что-то прыгает. Не, ну просто, ну все как-то делается, не могу понять. То ли не обдуманно, то ли специально. Если не обдуманно, то да, в какой-то мере еще как бы не просить, но надо, чтобы они поправили. Если специально, для них хуже это делать. Если специально. Даже можно такой тот товарищ удивительно сказать, давай или хватит. Спокойно давай. Или ну, вот похоже, что они не думают о завтрашнем дне. Вот сегодня надо вырвать с населения все, из земли, из нашей все, из природных ресурсов, забрать все. А завтра хоть так. Тем более надо же как-то лавировать. Лавировать как-то надо смотреть, где. Вот в этом году год не урожай, да? Сейчас сельчане все закупают зерна и отходы. Да. Ну что ты, как-то же надо выживать. Хоть пенсия маленькая, надо поросенка, где же там курицу. Что делают руководители? Цены подняли, сейчас где-то 7 тысяч тонн, да? И зерно мне продают, а делают там зерноотходы, и не зерноотходы, а дробят, да? Что-то тут там не мешает. А его это самое, не сохранишь за всю зиму, она же будет прелая, некачественная, даже начнешь животных кормить, они будут. Грибок развивается, да, грибок в кармане. Нам надо зерно, чтобы зерно его зимой легче хранить, чтобы продавать. Они весь хитрят, чтобы зерно это к весне держат, там подороже продают, а это тут переновали разному все. Зовут как комбикорм. Ну как комбикорм, он же хранится, он же с Лешей ведь, он не будет. Это что же, это же социальный взрыв. Ну вот мы уже начали обсуждать, да, проблемы на селе. Да. Вот наверняка вот какие-то вопросы решают ваши местные депутаты. Немножко об этом проводим. Ну вот у нас от коммунистов избрано местных депутатов, от коммунистов 16 человек. 16, это неплохо, да? Очень хороший. Да, ну, 16 я бы мог выделить, ну, одного такого бойка, хотя он и не член, членов КПРФ 16, 2. Угу. А то, что как бы шли, как не члены КПРФ, но они, да, сарани, они шли от Коммунистической партии, Российской Федерации, и от нашего местного, и их избрали. Вот у нас активно ведет такую работу Золотарев Николай Михайлович. Тот громит, и хоть это на сессии была, просто громит на сессии и руководитель. Что, говорит, делать? Вы же подумайте, ну, коллега, женщина, вот, крыша течет, крыша, ну, помогите, ну, она не может. То, и выезжал даже глава администрации, кто смотрит эту квартиру, где женщина. То это ж надо думать, денег нет, уже он как начал, это вот где-то несколько дней назад. Да вы сколько тысяч получаете на работе? Да сбросили по тысяче крыш, они сделали. Ну что, без своего, как начали, они крутят, все-то ищут, что-то выискивают, не могут помочь. Я считаю, что просто не хотят. Но они добились все-таки решения вот, проблемы тут женщин. Ну только же выезжал, руководитель района туда выезжал, глава администрации, что надо решить. Все-таки починили, да? Да, ну не починили, ничего не делали. Он только он их заставил, сам наш депутат, представитель нашей партии. Давайте выедем в это хозяйство, где он живет. Совхоз Яснопорядск, зал Яснопорядск, хорошо. Давайте надо что-то решать. Но пока вопрос остался еще открытым. То есть он уже хотя бы заставил... Ну да, конечно, приехали, да. Это уже... Ну никто ничего... Вот как ты сам сумеешь, так и сумеешь. Себя они не забывают. Себя не забывают. Тем более сейчас, я слышал, как решается вопрос, будет решать, да, наш президент, что ему нужно поднять зарплату бюджетникам. Сколько можно подумать, ребят? Ну сколько, ну надо подумать, ну сколько, смотря с кого. Это же главе администрации, наверное, тоже подумают. Я считаю, что бюджетника можно поднять. Те, что как бы рядовые, те, что баллы. Ну, то есть преподавателям. Да, учителям, допустим, да, надо. Врачам. Да, врачам, в детских садах, да. Ну а глава администрации поднимите в первую очередь, это заведующий финансовый отдел, вторую очередь, те, которые там все работают в администрации. Они только об этом думают, чтобы быстрее добавить. А как там же это рядовой колхозик, совхозик? Хотя сейчас, к сожалению, совхоза нет, у хряпали все сельское хозяйство. Они об этом даже не думают. Абсолютно не думают. Кахановка, Топольки, Ермаклеевка, Конградка, Золотухина, Кирибай, Краснодарка. Вообще ничего, животных нету абсолютно, ни одной головы. Люди живут сами по себе. Как они там живут? А вот как ваше местное отделение решает проблемы сейчас? У нас сейчас в райсовете всего один наш представитель, один соратник. Она не член КПРФ, но она сочувствующая. Вот она рассказывает, меня сейчас
Я прошусь, меня как секретаря не приглашают на заседание районного совета. Хотя я 9 лет была депутатом, и один созыв я была председателем. Боятся критики? Боятся. Вот я узнаю о том, что депутаты сейчас, вот как говорят, карманные, а это вот прям вот слово в слово. У нас вот не получилось этот раз. Хотя бы человека 3, и то мы делали погоду вместе, мы могли саботировать все, мы могли сговорить часть депутатов, которые хотя бы воздерживались от голосования. А вот в прошлом созыве поселкового совета вашего, каких решений смогли добиться? Мы добиваемся того, чтобы наш бюджет доплачивал на питание детскому саду. Один из немногих районов, я хочу сказать. В свое время мы разницу в тарифах населению доплачивали, добивались. Мы удерживали цену на билеты на баню, добивались этого. У нас даже в бане помыться проблема населению, потому что билет очень дорогой, особенно по выходным. 120 рублей у нас стоимость билета в выходной. А если 4 человека, помойся. То есть проблема очень большая, которую можно решить силами депутатскими в районе, но депутаты у нас бездействуют. Молодежь это безразличие. Ну, а все как молодежь тогда воспитывать, чтобы она тоже только говорить, только примеры. Только примеры рассказывать и показывать, и доказывать. Только так. Спор, дискуссии, так сказать. Только так. Дискутировать. Наверняка же есть с кого брать пример. Конечно, обязательно. У нас есть с кого брать пример. У нас есть сейчас коммунисты, которые очень активно работают. Секретарь нашей первички Тарас Наталья Николаевна. Она все себе отдает. Она у нас член территориальной комиссии уже бессменная, я даже не знаю, сколько там избирает на 5 лет, она уже, наверное, третий раз. Захарова Маргарита Казимировна. Она такой беспокойный человек. Она всем готова помочь, всем подсказать. Все везде. Она очень моторная такая, вот такая. Потом Николай Федотович Котельников, он в коммунхозе у нас работает. Весь коммунхоз окучивает. Там уже почти все газеты выписывают у нас в коммунальном хозяйстве. Простые рабочие, конечно. Вот беседы ведет, говорит. Он у нас коммунист как бы не очень давно, но такой ответственный человек. Такой прям вот может доступно рассказать, сказать. Не считается ни со временем своим, ни с чем. Вот, поэтому вот у нас есть с кого брать пример, мы и говорим об этом. И поэтому, когда вот у нас есть работа предвыборная, да, у нас много помощников с машинами. Там подъезжают ребята молодые, говорят, а мы можем сегодня вот расклеить наклейки вечером, пожалуйста. Вот такие есть помощники. Хотелось бы, чтобы много их было, но пока немного. Александр Иванович, а вот и ваше мнение? Ну, у нас есть активные, правда, не молодые уже, участники войны, но вот по них мы еще и равняемся. И вот если все были такие, как Вера Яковлевна Булавченко, и живет в Топольках, она бывшая учительница, да, на ней весь совхоз Тифинский, сожалению, который уже полностью, можно сказать, разводится, держится, она распространяет там газеты, людям объясняет. Очень активная женщина, вот все такие, все были. Пустовой Иван Григорьевич, вот где-то 2 октября ему будет 80 лет. А самое главное, надо, чтобы молодежь шла. Мы забыли сами упомянуть об опыте работы. Любовь Васильевна, я знаю, что вы проходили парт учебу. Расскажите немножко об этом. В свое время нас 3 человека Томской области ездили в Москву на парт учебу. Я с удовольствием слушала лекции Геннадия Андреевича Зюганова. Я была поражена, насколько грамотно, насколько поставлена речь, насколько красиво сказал то, что нужно. Кашина лекции произвели впечатление на меня. Драпека по психологии лекции читала, как бы созвучен с моей профессией. Понравилось мне тоже. Учеба нужна для того, чтобы ну вот что-то делать хорошо, нужны знания. А нам особенно, нам надо не хорошо, а очень хорошо трудиться.
вот на нашем поприще и партийном, так сказать. Поэтому нам нужны знания. Здесь не только вот партийная учеба, здесь и литература партийная различная очень помогает, и сборники помогают. То есть, ну, дремать некогда, надо развиваться, надо читать. Поэтому и работа будет живее и лучше проходить. Любовь Васильевна, какие задачи ставите перед местным отделением на будущее? Ну, у нас две задачи прямо красной линии проходят: увеличивать подписку нашу. Она у нас немалая, но все-таки недостаточно для того, чтобы успокоиться и сидеть. И ряды, пополнять ряды. Желательно средний возраст, молодой возраст. Вот это. Как бы вот такой на ближайшие полгода у нас такая задача номер один. Александр Иванович, а для Павлоградского местного отделения какие задачи нам обещают? Это распространение коммунистической печати. И пропаганда, агитировать, и объяснять, и чтобы поступали в нашу партию КПРФ. Вот это самые две задачи. Обычно мы это делаем всегда 7 ноября, 1 мая, когда люди подходят памятникам. И мы просто в процессе различных житейских дел. Входишь по Павлоградке, встречаешься, там праздники. На День Победы обычно все. Ну, как и те время. Вот такие я прежде. Я в своем понимании вижу такие задачи. Спасибо вам за беседу. А на этом мы прощаемся с вами. В студии Обком ТВ для вас сегодня работали секретарь Русско-Полянского местного отделения Любовь Васильевна Тарканугова и член бюро Павлоградского местного отделения Александр Иванович Супиниченко. До свидания.